Ну что, ребят, давайте начнем все-таки наш сегодняшний стрим, который посвящен Хэллоуину, с обзора новых масок. Сколько же тут было всяких ужасов? Вопрос в том, где их искать только теперь. А, это все одежда, не то что-то как-то. Ну-ка, подождите, маски, во, точно. Тактические спортивные лыжные пакеты, монстры. Монстры, что ли? А, Зуфар, ты знаешь, на консолях только мажорики покупают, по-моему, игры в одного. А, обычно я вот покупаю, даже если я покупаю игры, я редко их покупаю на двоих. Ну, просто есть инструкция на Gamers TV, ты смотришь эту инструкцию, читаешь и покупаешь игры вдвоем. Выходит то же самое, что на ПК. Сейчас все новинки на ПК стоят 2000 рублей, все новинки на консолях стоят 4000 рублей. На консоль ты покупаешь раз в 7 лет, а ПК тебе нужно апгрейдить каждые 2-3 года. Вот и думай, что выгоднее. Плюс никаких заморочек нет на консолях. Так что не надо мне рассказывать сказки про то, что это дешевле. Это все ерунда. Так. Маска 23 тысячи? Вы что, шутите, что ли? You fucking kidding me? Да, маска так и стоит. Па, давай их машину разберем. Это ненормально вообще. Рома, что там кроме монстров добавили? Ой, вот-вот я видел какой-то. В каких разделах еще маски есть, кроме монстры? Все, монстры только. Только в монстрах. Вот с футболкой будет неплохо смотреться. Ха-ха-ха. Что-то я вот эту маску не помню, чтобы Рома показывал. Но это прикольно. Странные звуки там, как будто кто-то на кровати скачет. А, кстати, по цвету лица подходит, да? Ну, если вот так вот бегать, то по цвету лица, ну, в смысле, по цвету кожи подходит более-менее. Как будто бы реальный типок. Ха-ха, давайте купим, прикольно. Чувак. Чувачок? Да. Одаренный? Да, одаренный. Опа! Это что за нигер? Вот есть еще. И даже понимаете, ребят, на консолях есть вот такие дебилы, которые просто бегают по уровню и стреляют. Непонятно, зачем это им нужно, но они вот так вот ведут себя. Просто бегают, всех убивают. Как будто бы эта игра про убийство в сессии. Это мою тачку сожгли, что ли? Не, вы прикиньте, мою тачку взяли и сожгли, пока я тут стоял. Окей. Ромыч, ну чё, давай гони сюда, там есть, говорят, какая-то миссия, называется «В темноте маньяк». Давай посмотрим, где она. Где, ребят, миссию найти маньяк? Такие ребята там забавные. Ah!
какой-то один сервер, или тебе нужно каждый раз? Нет, не надо ничего выбирать, все автоматом. Закидывай тебя в свободную сессию. И все. Противоборство. Золотая на карте. Парашютизм. Отмеченная перестрелка. Противоборство. Золотая на карте. А, вот, наверное, нет. Bomb Base LD. Ламар, нет, это Ламар, это LD, это Ламар. Тут что-то три перестрелки как-то. Что это? For Iron. Гольф-клуб. Что, придумал дело-то, нет? Что придумал? Дело. Приглас был, нет? Сейчас, подожди, нет еще. Я тебе скажу. Сейчас я бабки переведу на счет, а то какой-нибудь дурак меня обокрадет еще. Итак, машину взорвали. Так. В меню есть дела. Говорят, меню дела. К вам. О, присоединился, что ли? Да, к вам уже иду, мы прошли. Слушай, там какая-то миссия. Миссия в темноте, что ли, называется? Хэллоуинская, знаешь, такое? Маньяк-то? Ну, маньяк, да, что ли, миссия? Да, ну, наверное, да. Да, я проходил все 5 карт, можно пройти там с вами тоже. Там интересно. Сколько человек нужно? 8 человек максимум. Я как раз еще друзей своих приглашу, еще 2 у меня минимум есть в запасе. Ну, говори, где, что, да, нужно, что нужно делать, куда идти. А там все просто. Там, короче, один маньяк в темноте ходит с дробовиком и пытается убить себя. Куда идти, скажи мне? Виталя, куда идти? А сейчас ты куда хочешь? Как мне на нее попасть, я тебя спрашиваю? Как? На миссию, как попасть? В маньяка? Да. Легко. Как? Надо либо смотреть в делах, так, скорее всего. Противостояние, это режим считается. Виталик, замути, пожалуйста, пригласи нас. Ага. Так, вот ищи созданный от Rockstar, противостояние, смотри там. Начать дело, наверное, они, да? Они так и называются. Быстро играли, начать дело? А без разницы, они так и называются, дела, прям маньяк. Их 5 штук. Созданный Rockstar и потом что, перестрелки и маньяк, да? Или где они находятся? Противостояние. Противостояние они должны быть. Противостояние. По идее. Сейчас я у себя тоже посмотрю. Нашел противостояние. Вот полистай, есть там маньяк? Что-то не вижу. Если там нету, то может быть в противоборстве. А может быть в противоборстве. Ну, тебя в противоборстве сейчас листаю. Маньяк 1, 2, 3, что ли, да, вот это? Вот. Да, все, нашел. Вот. Вот, у меня есть маньяк 5 штук, у меня нашел, тоже есть. Нашел ее, сейчас я приглашу вас. Давай, в маньяка, значит, будем играть. Ну, окей. Ну, разок сыграем. Маньяк, так маньяк. Если это будет слишком скучно. Ну, да, так. Там интересный режим. Тебе понравится. Так. Так, тут как. Эй, пригласить игроков. Давай быстро вас приглашу. Тут какой-то. Приглашай. Какой-то хост уже есть. Я как раз друзей своих позову сейчас, если они пойдут. А, друзья, играющие в GTA. Все, я кажется, рассылки начинаю. Вот вам уже прислали приглашение, Роме и тебе. Давай. Сейчас жду, когда придет, пока нету. Давай, тут нет, уже есть, проверяй, потому что там уже люди заходят. Короче, я к тебе зайду через друзья, сейчас через паузу просто. Так проще будет. Друзья, Gamers TV, присоединиться, вот и все. Так, тут уже... Никаких проблем. Рома, давай, топи. Алле. Рома, да, ты идешь? Нет, у меня что, Рома потерялся. А ты зайди через друзей.
Старт, друзья. Пауза, друзья, присоединиться. Да. Так, мне пишут, что максимальное количество. Ну все уже. Зашло, видимо, народ. А, нет, кто-то закрывай уходит. Подбор игроков-то. А там не я хост, там не дает хоста сразу же. А, тебя тоже выкинул. Ну сыграйте с Ромой пока что, если вы за Тимс да успели. Я сейчас сам создам тогда. Максимум. Нига. Сейчас я сдам. Ну давай. Я не знаю только как создать. Ну, сейчас еще Димс к нам зайдет. Коллекционка Fallout, я не уверен, что придет. Даже скорее всего не будет ее. Дела. Начать дело, может быть, все-таки вот. Только как сделаться хостом, непонятно. Чтобы сделаться хостом, надо запускать через паузу сеть дела, созданные Rockstar, противоборство, и там ищешь маньяк дела. Тогда будешь хостом. Ну, по крайней мере, в 90% случаев точно. Там редко попадаешь присоединившимся. Так, ну тут опять народ... Ребят, заходите быстрее сами, через паузу, друзья... Уже пытаюсь. Давайте, Рома, давай. Уже пытаюсь, так. Слушай, я тоже давно на тебя гружусь. Так. Вот, я вижу тебя, Виталий, ты входишь. Ну да, Димс, это F650, который у меня. Отлично. Так, а Рома где? До скольки стрим? Ну, сейчас мы... Ну, не знаю, может быть, часа полтора. Нам нужно пройти, посмотреть, что такое маньяк, посмотреть новые тачки. И самое главное, закончить последнее дело. Лоурайдер. Да, лоурайдер. И все на сегодня, все по плану. Ну, вот вроде 8 игроков набилось. Ну, что-то Рома, да, там застрял где-то. Рома, если не успеешь, то, видимо, это мы сейчас начнем и потом тебя позовем. Ну, с нами еще Димс есть из наших, с Gamers TV. Ну, ты его помнишь, думаю. Да. Ну, я к тебе коннектился, мне выкинул город. Сейчас через друзья на тебя не идет. Ну, сейчас уже все полностью. А, потому что сессия стартуем. Уже. Да. Кто знает, сколько длилась война людей и ковенантов. О, бро, тебе нужно почитать книги, видимо, на сей счет. Ну, суть, в общем, Russian здесь простая. Я маньяк, давай. Мы сейчас, походу, играем за жертв. У тебя из оружия только фонарик. Играем в полной темноте. Надо либо выжить, либо постараться убить маньяка. Как-то так. Кроме фонарика из оружия ничего нет. Зато у маньяка есть дробовик. Вот вышел бы он, я хочу маньяком побыть. Так, маньяк с дробовиком выслеживает от 1 до 7 жертв, у которых есть только фонарики. Через 3 минуты жертвы тоже через получают дробовики. Да. Так, подожди. Маньяк с дробовиком выслеживает от 1 до 7 жертв, у которых есть только дробовики. Если маньяк и все жертвы убиты за отведенное время, одна из сторон побеждает. Ну да. Bullshit. Он не хочет уходить. Короче, придется на Russian за жертву идти. Ладно, окей, все. Готов, все, поехали. Готов, а ты присоединился к команде жертвы-то? Да. Let's do this. У меня отображается, что ты в команде маньяков, а там только один человек может быть. Да нет, я уже присоединился тут. А, нет, все, вот сейчас присоединился. Вот, а теперь присоединился. А так смотрю, ты в маньяках стоял. Ну, сейчас, короче, либо просто прячься и пытайся выжить, либо попытайся выследить маньяка и убить его первым. А как я без оружия-то? Надо оружие, когда появится, правильно? Фонариком его можно убить по голове, а ты можешь его фонариком побить. Светить на L2. А маньяк столько же хп имеет, сколько обычный человек? Ну да, как обычный игрок. У него преимущество только в том, что у него есть и фонарик, и дробовик.
Здесь, пожалуй. Сколько там времени? 2 минуты осталось. Может, здесь стихарюсь? 3 минуты надо выжить. Всего. Всего 3 минуты на выживание дается. Потом тебе дробовик дадут. Тогда уж будем, как говорится, на равных. Бежит маньяк. По-любому. Ну, либо прячь, либо убить пытайся. На выбор. Жесть. Ну, теперь-то можно наблюдать за кем-нибудь. Ну, это неинтересно. Надо маньяком быть. Ну, это уж как попадет. Давай за тобой понаблюдаю. Игра рандомно выбирает, кого маньяком ставить. А чё у меня фильтр какой-то стрёмный? А это не фильтр, это он как бы ты смотришь на него через очки ночного видения. А ты уверен, что надо с фонариком бегать? Ну это я с фонариком бегаю. Я понимаю, я понимаю. А ты привлекаешь к себе внимание. Ну, с одной стороны, да. Но можно таким образом ослепить маньяка, он несколько секунд не будет видеть, куда стрелять. Победа? А чё, почему? Как да. Победа? За счёт чего победа? Кто-то маньяка, наверное, убил. А что, оружие разве появилось? Нет ведь еще? Фонариком, что ли? Нет, его можно фонариком убить. Ну я и говорю, фонариком. Да, можно просто Можно просто сзади подкрасться и аккуратно его оглушить, и все. Понятно. Самое главное, фонарик в нужное место не вставить. Тогда он никогда... Ну да, можно маньяка просто ослепить. Можно где-нибудь его за углом подкараулить, резко в рожу ему фонарик выставить, он где-то секунды полторы точно ничего видеть не будет, куда стрелять. И в этот момент можно его оглушить. Здесь фонарик хорошо слепит. Ну чё, кто маньяк? То есть подкрадываешься к нему куда-нибудь за угла, опа, в лицо ему. И все. Пока он сообразит, куда стрелять, ты успеешь удар нанести. Возможно, смертельный. А еще лучшая тактика — ходить парами. Тихо, тихо, тихо. Когда за жертву играешь. Да, почему? Ну, потому что вдвоем его элементарно просто легче убить. Пока он одного дубасит, второй может со спины к нему зайти. И элементарно добить. Поэтому и проще парами. Василий, привет тебе. Ты отчасти прав. Так. Тогда ничего не помню. А там маньяк только что пытался меня убить, но у него ничего не вышло. Да, почему? Я слышу там... А я стоял за углом, а между нами был угол и бочка. Он стрелял в промежуток между стеной и бочкой, а в меня не попадал. Я слышу стрельбу, поэтому я валю оттуда нафиг. А кстати, маньяк всего 13 уровня. Так что, в принципе, убить его несложно. Главное подкрасться к нему незаметно. Я слышу стрельбу. Слушай, я что-то забыл, как тут прижиматься-то? R1, а, все. R1. Да. Ну, вот тут совсем в чате подсказали, кто убивает маньяка, тот сам становится им. Найс. Это очень хорошо. Даже у тебя есть шанс. Ну, вот сейчас смотри, сейчас возродимся, попробуем маньяка убить, тогда сам и будешь. Блин, он там всех... кладет вообще. О, вижу. Ну так естественно, он с дробовиком бегает, плюс у него фонарик есть. А у жертвы только фонарик и больше ничего. Вот он светит, ходит. Музыка мне нравится в этом режиме. Саундтрек такой атмосферный.
Когда играешь с хорошей акустикой, так. Давай, есть! Че там? У меня есть волына. Че у тебя? Волына, волына. А, ты дробовик получил. Маньяк тут спрятался, он за углом сидит. Тут стол такой стоит, блин. Я вижу, вижу его. И ящик какой-то картонный, и он тут сидит, блин. Попробуй со спины к нему зайти, что ли. Я вижу, я вижу, вижу, вижу. Готов! Есть! Да я убил его уже. А сейчас ты маньяком будешь, значит. Это правда. Ну, неплохо, да, неплохо. Да, режим такой любопытный. К тому же здесь деньги дают хорошо. Да, за то, что умираешь. Неплохой такой заработок. Я не знаю, ребята, у меня коллекционка Fallout, я не заказывал ее. Я не успел. Всем журналистам будут раздавать цифровое издание. Так что, извините, но я пас. Так, кто маньяк там, мазафака? Я должен быть. По идее, да. Да, it's me. Проверяй. Если у тебя дробовик есть, значит да, ты. Да, есть. Как светить-то? Светить, а по-моему, когда прицел включаешь, на крестовине вправо вроде. То есть прицеливаешься, на крестовине вправо нажимаешь, у тебя должен фонарик включиться. Стивз, ну если получится, Стивз, ну не знаю, подожди. Зараза. Да ладно, ну почему же? Блин, ну ты, конечно, прокачанный. А потому что, когда, мы стоим в упор, мы деремся только в рукопашную. А я фонарик использую как дубинку. Жесть. Взял меня, наказал. Вот так вот. Да. А ты сейчас попробуй еще раз маньяка убить, опять им станешь. Ну ладно, попробую. У тебя выбор, либо убить его сразу фонариком, либо отсидеться, пока дробовик не дадут. А, ну сейчас ты меня, в принципе, будешь карать-то. Я сейчас маньяк-то. Естественно. Сейчас. Ну, посмотрим, что будет. Так, так, так. Это хорошее место там выбрал, чтобы напасть вообще, конечно, грамотно. Ну да. Ты еще просто фонарик не включил, поэтому меня не видел. Да видел, там уже поздно было. Так, я Димса убил. Так, что тут у нас? А сейчас здесь тебя. Ага, вижу. Вижу, как... Иди сюда. Так, еще одного убил. Слушай, оно что-то как-то тут не круговое, что ли, движение-то? Нет? То есть... Что не круговое? Ну, то есть тут нельзя как бы по кругу бегать, да, получается, в этом месте? Ну, здесь как помещение такое, не совсем круглое. Тут просто переходы между комнатами постоянные. Вот есть. И разве есть переходы? То есть можно теоретически по кругу бегать, нет? Нельзя ведь вроде. Ну, теоретически можно, но не очень удобно. Не вовремя я выбежал. Не получилось у тебя, да.
А здесь еще дело в том, что здесь шаги слышно. Я уже в гарнитуре играю, я слышал твои шаги. Ну вот зря. И поэтому обернулся. Выбежал, конечно, зря. А ты стелс-режим включай на L3. Тогда ты будешь ходить бесшумно. А, ну да, тоже вариант. Причем хороший. Тогда твои шаги не будет слышно, и, возможно, ты не попадешься. Так, ну у меня осталось 30 секунд до того, как у жертв появятся дробовики. Слушай, а все карты такие? То есть весь смысл в этом, да? То есть просто разные карты? Весь смысл в том, что все карты темные, постоянно с выключенным светом. Ну а суть-то, правила-то везде одинаковые? Да, правила одинаковые. Mm-hmm. Меняются только карты. Ну, отлично. Ну, сейчас осталось 5 секунд тебе жить. Ну да. А ну дальше придется уже не жить, а выживать, блин. Так. Пока ищем кого-нибудь. Ох ты, ё-моё. Откуда? Не вижу. Убили, гады. Не видел я, откуда меня сняли. Ну сколько? Жертв было 7. Оставалось 3. 4 человека убил. Нормально. Ну да, неплохо. 13 тысяч дали. Неплохо. Не, 14,5, знаешь. Тоже неплохо. Жертву победили. А, троих я даже убил. И один раз умер. А что, продолжить опять, что ли? А когда закончится это все? Как-то, в любой момент, сейчас нас выкинет на выбор задания, а там уже можно выбирать, что хочешь. Либо следующую карту маньяка, либо выйти. Что, еще карту пойдем или выходим? Сейчас посмотрим, что будет дальше. Нет, давай выходим, наверное. Ну тогда сейчас свободный режим выберем. Да, маньяк. Свободный 2, режим, слушайте, и все. Слушайте, может маньяк 2? Вот и какая интересная карта. Только вообще, что на улице хочешь, давай. Она, что ли? Давай, давай, вот это вторую, поехали. Димс, перевыбери карту Маньяк 2. Так, а что там только написано? Двое выбрало, блин. Ну, мне ладно. Кажется, это баг. Сейчас посмотрим, куда нас закинет. По идее, у нас меньшинство было по голосованию. Все карты будешь проходить, спрашивать? Нет, я одну хочу пройти. Еще одну точно, ребят. Меня просто заинтересовало, что там такое. Как будто бы на улице что-то. Либо вовсе в БР. Нет, мы на консолях играем. Нет, тут карта есть в одной лаборатории, в больнице. Вот это вот на мясокомбинате и еще не помню где. Силинрин. Как правильно читаете? Силинрин? Или как правильно? Ну, не то чтобы я не выспался, я выспался, у меня просто спина болит, и я поэтому немножко такой... Продул, что ли? Да не знаю, что случилось что-то тут, вообще ни с того, ни с сего что-то. Плохо, когда спина болит. А, ну это больница, по-моему. Городская больница вроде. Ну вот это помещение. Она, кстати, да, трехэтажная. Ну здесь 3 или 4 этажа, в ничего хорошо. Тут больше, как говорится, простора и места, где спрятаться. Я надеюсь, что мне дадут... Или еще... Этого. Да, или еще говорят, это может быть офис ФБР, карта. Да, кстати, это офис ФБР, вон видно, ФИП значок, это офис ФБР, значит. Вот у ФБРовского офиса, у него, кстати, структура всех помещений практически полукруг. Здесь по кругу бегать довольно-таки удобно. Чё, мне приглас вот здесь... кинул, или это старый? Я ром кинул, но что-то тут уже опять сессия забилась. Сейчас последний уровень пройдем этот. Ну, этот режим довольно популярен из-за того, что здесь легко зарабатывать деньги. Здесь сюда народ набивается всегда быстро. Кстати, именно на этой карте я слепил маньяка. В туалете прячешься перед дверью. Он открывает ему раз в лицо фонариком и сразу бы оглушаешь его. Только не всегда получается, конечно, но...
хороший шанс его завалить. Можем сейчас так вот попробовать. В туалет за дверью спрятаться, он к тебе зайдет, а ты ему по башке сразу. После того, как ослепишь. Алекс, наверное. Жень, привет, сегодня без сына, я стрелю, он отдыхает. Куда вы все бегаете? Так, тут кто у нас в сортире спрятал? В сортире? Да, я кто-то видел в сортире с жертв из наших зашел, я вот смотрю, кто там. Оо, все началось. А, тут трое. Короче, я тут в сортире сразу трое. Мать твою, я зашел. Садись на унитаз, пока Рашин, отдохни. Я убежал, убежал! Ты не поверишь, но я убежал. Бывает. А, убили, короче, маньяка. Ну кого? Похоже, да. Кто-то его там. Пишет победа, значит маньяк. Окучил, да. Значит маньяк и урохнули. А убил его крипер. Вон у него убийство одно. Угу. Здесь на каждой карте, по-моему, 4 раунда, если я не ошибаюсь. Ну, в прошлый раз 3 же играли. Или 4. А это зависит от соотношения побед-поражений у команд. То есть, если, допустим, маньяк ведет со счетом 3-1, то карта может завершиться. Что за маньяк? Ну вот один игрок маньяк, а другие как бы жертвы. У жертв дробовик появляется через 3 минуты, у маньяка сразу. Все очень просто. А изначально ходим только с фонариками и пытаемся выжить. Ой, прикинь, вот это бред вообще. Он появился прямо рядом со мной. Как такое? Почему ну, маньяк? Бывает. А здесь респаун рандомный, поэтому может такое надо произойти. Ну это ненормально. Давай я за тобой посмотрю. Уже поздно. Меня со спины убили. Трое осталось. Да. Жесть. Что-то он как-то быстро выносить начал. 7 жертв было, да уже осталось трое. Да ему повезло просто. Он одного за другим 4 убил. А, вижу маньяка, кстати, вот он. За тёлку играет. Да, с тыквой на башке бегает. Ага. Но у него жизни, кстати, совсем мало. И ему сейчас один удар фонариком, и все. Так что у жертв еще есть шанс. Ребята, напишите, вот Виталию слышно на одном уровне со мной, тише, громче, как слышно. О, так учили его, короче. Вот это грамотно, слушай, стоять за дверью. Только заходит, сразу же драться вручную. Да. Вообще грамотная тактика. А еще, грамотнее стоять не просто за дверью, а с включенным фонариком. Он заходит, его слепит, и в этот момент его убьешь. Фонарик здесь ослепляет. А как это отражается? Мне кажется, только вживую, то, что у тебя экран там ярче, нет? Нет, у него просто как бы весь экран типа белым светом заливает где-то на секунду. И в этот момент он абсолютно ничего не видит вокруг. Виталию, говорят, слышно громче. То есть его... И то есть его просто тупо ослепляет. Ну, не знаю. Как вспышка такая у него ярко перед глазами появляется и все. Виталий, а ты, кстати, штатную гарнитуру используешь или какую-то другую? На PlayStation? У меня PlayStation камера просто. А, камера? PlayStation камера. У меня тоже камера, да. Что? Через нее удобнее всего. Вообще незаменимая вещь, третье... да. Ну да, я и на третьей Соньке камеру использовал как гарнитуру. Так, подожди, тут на сортяге стоит. Где сортир? Сортир, а ты надписи над дверьми смотри. Так, меня убили. Тебя там не задело? Нет еще. Лучше спрячься куда-нибудь, потому что маньяк где-то рядом с нами. Да я знаю, знаю, где он. Единственное, что жизни дадут, нет, тут отхиливаться-то нельзя, по-моему. Да, а вот за столбом, кстати, стоять плохо. Он твои руки из-за столба торчащие увидит. Сейчас проверим. Увидит, я думаю. А что, я уже видел, как уже замечали. Нельзя, да? Ну, это же режим маньяк, тут нету никаких лечилок. Вот у человека хорошая позиция рядом с тобой, здесь вот сидеть. Я тоже думаю, что здесь... Самое главное, не высунуться. Ну да, самое главное, не высунуться случайно.
Жень, я пока не разговариваю, ребят там по миссии гоняют. Попозже услышу. Ну, пускай гоняют. Верю ли я в оборотней? Да ты что, какой верю? Я видел их раз пять уже. Дрался с одним вживую, победил. А ты спрашиваешь, верю я в оборотней? Да. Вон два оборотня сидят, Рашин и еще один крипер, блин. Я сам вампир, ты не видишь, что ли? Посмотри на мои клыки. О, видишь? Вылитый Да. вампир, блин. Маньяк еще тот, с больной спиной. Ну, точно. Так, я посмотрю, что маньяк делает. Мэд Макса не буду, ребят, проходить. А маньяк в туалете, кстати, сейчас находится. Он сейчас в туалете. Отливает, что ли? Ну, там, возле писсуаров он там что-то тусуется. Проверяет комнату с толчками. Кабинки эти. Ну, я понял, ага. О, он там кого-то нашел на унитазе. Сейчас они дерутся. Нифига, А, все-таки он... убил жертву. Да, я вижу. Он смог с дробовика застрелить. Везучий. 30 секунд у него есть. Да нормально, Да, он просто народ. по-хитрому сделал. А, нас двое остались, смотри-ка, двое ведь. Ну да. Маньяк просто сделал по-хитрому. Они сначала дрались, потом он назад отбежал и в упор его расстрелял. Вы можете погонять карты с рампами? Если нет, то могу отправить. Нет, не можем. Я думаю, вряд ли это кому-то интересно будет. Так, я смотрю пока, где за ним, где он бегает, блин. Так, похоже, он где-то рядом с вами. Я потому что через дверь вижу стойку, похожую на ту, за которой сидите вы. А смотри, если время кончится, он проиграет? Или нет? Не знаю, по-моему, да. Вижу Ну, по его. идее, вам сейчас дробовики должны уже скоро Тихо, выдать. тихо, вижу его, вижу, вижу, вижу. Сколько вам там дробовика осталось? Да е, взяли уже, вот они у меня. А, ну, смотри. Он, похоже, вас видел, потому что стреляет в вашу сторону. Да я знаю, меня видел. Да, вон он. Я теперь на тебя переключился. Е! Ху-ху-ху-ху-ху! Теперь ты опять маньяк. Но One теперь у тебя shot есть шанс вообще. отомстить мне. У тебя есть Да. шанс отомстить мне. Так. Ну, опять по 5 штук 7 дали, кроме маньяка, нормально. Знаешь, что такое рампы? Виталий. Рампы? О, карта с рампами, это о чем вообще речь? Приблизительно. Ну, типа трамплин. Понятно. Вроде как, по идее, трамплин. Обычно на них скейтеры на этих рампах занимаются, они двухсторонний трамплин, такие типа трюки делают. Так, что-то все в толчок ломанулись. Я не могу понять, кто там светит и как. Чё, как? А, блин, ты меня где-то видишь, засранец. Бля. А, вот ты где, блин. Да Гадарь. ладно, да это сколько можно-то? Мне так убивает вообще в GTA, потому что это прокачка, она решает. Я в тебя стрелял, короче, из шотгана попадал. Потом вручную Ну дрались. да. И ты меня убил, потому что ты А у более меня просто... прокачанный, понимаешь? Это Да, ненормально. у меня сила прокачана на 2,5 полоски, а у тебя, небось, она вообще пустая, да? Да ну конечно, чё? Ну это бред вообще. Чем больше Я полоска не люблю силы, тем у прокачку. персонажа больше выносливость. Это ненормальная вещь в играх. Так не должно быть. Ну, это, знаешь, это не то, что нормально, это просто стимул прокачиваться. Чем больше полоска силы, тем больше ударов, повреждений ты выносишь. Это стимул к прокачке. Хочешь жить, качай силу. Да не, я не люблю игры с прокачкой, меня тошнит от них. Скучно, Или видишь. приходи к Роману, не придется ничего качать. Да, либо к Роме его надо обращаться, он все прокачает. Но тогда неинтересно будет нагибать его. Ну. Так, все, выходим тогда отсюда. Че, как свободный режим, Ну, голосуйте давай. опять. Свободный Да, режим. хорошо. Все, и сейчас это, Рома нам покажет там что-то, тачки две. И потом, а что там еще У добавили? меня Т тоже они есть тачки, прокачанные. маски, что еще? Машинка сейчас свою тоже покажу. Лица еще есть.
И все? Да, ведь логично? Новые. Я думаю, да. У меня тоже оба машины прокачанные. Ну все, тогда сейчас быстро. Я сейчас на гробовозке к вам приеду. Смотрим, да, смотрим. А ты, Рома, тогда другую тачку бери, пока он гробовозку покажет, а ты другую. Ладно, Ром? Ну я гробовозку, а Ром пускай хот рот пригоняет. Ага, и потом, соответственно, делаем миссию, финальную миссию с... Лоурайдеры, да. Далек, напомни, как она называется, чтобы не долго не искать. Чё, как называется? Хот-рот мой. Фрэнкенштейн что-то там, блин. Что-то там, я помню. Насколько... Ну да, короче, Фрэнкенштейн что-то там, блин. Угу. Точное название, дословно, я не помню. Я помню, что гробовозка Люрчер называется. Никит, ты учись уже ставить знаки вопроса. Я думаю, в школе вас учили этому. Знак вопроса знаешь, что такое, нет? Он такой знак препинания первый раз видит. Франкенштейн. Ничего себе. Привет, Алексей. Назвали, блин. А что так долго-то? Первый раз так долго тупит вообще в воздухе, что-то летает он. Ну, это тупит из-за того, что у кого-то в сессии, к которой мы коннектимся, плохое соединение. Игра не может до него достучаться, и поэтому висит загрузочный экран. Она же должна синхронизироваться со всеми игроками в сессии. Ой, Так, ну что, где срастаемся-то? Да можно прямо возле мастерской лоурайдеров. Я сейчас сначала на хату за машиной. А смысл возле них, если она там все равно не прокачивается? Ну просто как ориентир. Блин, а ее, по крайней мере, все знают. Что за движущаяся цель? Это что за фигня движущая цель? Доступен транспорт, движущаяся цель. События в свободном режиме. Награда за доставку. Ну-ка подожди, попробуй. Это, короче, я садишься в машину, и все на тебя начинают охоту. Сейчас попробую забрать, а то я прям рядом нахожусь. За тобой находится, все охотиться начнут. Да я знаю. Тебя будут просто пытаться все убить, а тебе надо будет определенное время выжить. Вы пока в сессию заходите. Не выходя из этого транспортного средства. Да я знаю. Сейчас попробуем. Там, по-моему, 6 минут, что ли, будешь надо. Ой, ну, тут тогда тебе только истребители остаются опасаться. Смотри, чтобы какой-нибудь школьник там гидру не взял или что-нибудь подобное. А вы в одной сессии находитесь? Или базар? Не знаю. Вроде да. Да, сейчас одной же. Присоединяйся к нам. Да, давай к нам, двигай. Да. Подождите стрелка, мне нужен стрелок. Да, в одной короче. Смотрю. Не хватает еще одного парня, короче. А ты что, не можешь стрелять в самолет, что ли? Не, у тебя какой-то самолет? Я не могу взлететь без, с вертолета без еще одного. Алексей, прекрасно, мне на тебя что-то не коннектится, подтягивает. Так, сейчас, а Дэд, Нипса в сессии у нас нету, блин, ну-ка. Сейчас приглашу тогда. Так. Привет, Никита, всем привет. У тебя каникулы школьные начались? Да, ребят, меня мама отпустила, все нормально. Да. Витас, давай сюда, дуй, а уже. Сейчас, подожди. Витас. Все уже поздно. Или ты что ли кинь? Виталь, кинь, Роме, у тебя есть там друзья? Что-то я, короче, про не то сделал. Сейчас посмотрю. Я как раз список друзей смотрю, сейчас и найду его. GTA Волшебник. Да, ищу. Я не помню, добавлял, не добавлял. Сейчас посмотрю. Не, у меня, к сожалению, в друзьях его нету. Не добавленный. Так. Сейчас я тебе тусовку добавлю тогда. Карта. Все, кинул запрос. Его в каталоге, они в альбомах группы, поэтому можешь там посмотреть, сколько всего есть. И одежды, и машин. Все, заходи в сессию. Сейчас запрос примешь тогда. Я тебе сбросил. Так, ну приглас я получил. Теперь надо на тебя приконнектить, да?
Ну да, через паузу друзья там присоединиться. Вот я сейчас так пытался на Илюх. То же самое. Ну если не получится, скажешь тогда запускаем. Давай, кидай. Сейчас. Сейчас я не понимаю, что это у меня за вертолет такой. Он такой какой-то странный вообще. Так тухло летает как-то. Все, кинул запрос. Вверх медленно поднимается. Давай, Рома, заходи, я тебе кинул. Ага, участвует. Ну и что-то ничего не происходит. Может там сессия полная? Не знаю, хотя вроде не полная вроде сессия у нас. Да нет, тут человек 15 сидит где-то, ну, может 20, но не 30 явно. Так, ну да, я через кусовку еще попробую. Стоит ли покупать NEC на PS4? Смотря за какие деньги. В пределах 1000, да. Дороже вряд ли. Как четверть закончил? Слушайте, парни, ну, 5 троек, да, остальные еду четверки. Еду за гробовской, стиблет. Думаешь, какая игра с открытым миром лучше? GTA, конечно, пока еще. Все остальные просто жалкое убожество и подобие. Тем более GTA постоянно обновляется, вечно что-то новенькое. Друзья мои, я ничего не понимаю. Как ты на коннект выжить? Друзья, да, ладно, сейчас мы тогда, я дойду, уже тут маленько осталось. И это, мы к тебе нырнемся. Сколько тебе осталось выживать? Давай, мне надо лететь. Мне долететь осталось чуть-чуть совсем. Я вот уже почти здесь. Литусу тоже. А, тебе приземлиться еще надо, что ли? Да, вот осталось приземлиться чуть-чуть. Это приглашение кинул. Это приглашение на что кинул? Это к тебе в сессию, я к вам попросил, блин, мало. Так, подожди. Я типа ты хочешь, чтобы я к тебе в сессию зашел? Да, да, и еще выйдет. Ну ладно, тогда Рашина к нам пригласи, пока он закончит. Да я уже вот присаживаюсь. Если меня не собьют, сейчас вот прям. Прям вот прям вот сейчас это все будет. Я уже сажусь. Так, ну я вроде как все, присоединяюсь вроде. Я только не могу понять, где тут сесть. Вроде бы. То ли там на вертолете как будто бы надо садиться прям под. Под это самое, под крышу, что ли? Это невозможно. Как я это сделаю? Не знаю. Снегок, дело в том, что в онлайне такси тебя не телепортирует к местному назначению. Оно будет ехать, как обычная машина. Поэтому нет смысла в онлайне пользоваться такси. Да вы шутите, как я туда седу-то, елки-палки. А может, надо выйти из вертолета и туда пешком дойти? Да, вижу, по-моему. А, вон она, точка. Я не заметил с высока. Все, вижу уже, сейчас признаюсь. Джи-джи! Джи-джи-джи-джи. Получилось? Да, всех обделал. Сколько дали? Пока не дали что-то ничего. А вроде дали. За бесплатно что катал? Летал точнее. А помнишь прикол-то так. От школьника? Ребята, как вывести деньги из GTA в реальный? Можно так сделать? Ага, да-да. Рома, что-то мне к тебе подсоединиться не удалось. Пишет, истекло время присоединения. Я думаю, что Рома бы сейчас был таким вообще мультимиллиардером. Просто жесть вообще. Да. Ходорковский бы в лучшие годы завидовал бы. Да. Рома что-то меня попытался в сессии пригласить, но что-то меня к нему не подсоединило. Видимо, у него с интернетом что-то. Каким интернетом? Что ты придумал? На сессии 25 человек в сессии. Ну не знаю, мне написало истекло время и все, и к тебе не пустило. Ты к нему не можешь присоединиться, да, получается? Прикинь, 12 тысяч дали за доставку. И Рома ко мне не может.
И Рома ко мне не может, и я к нему не могу. Так, сейчас я сам попробую проме тогда. Рома. Рома, ты в какой-то злой сессии, наверное, находишься. Ну, хрен знает, что к нему не коннектит. Я попытался. Не вышло. А я тебя тоже видел, или в спину пригла. Значит, попробуй Рашина к себе зазвать, тупит, может у него получится. Тупит PSN и вообще пригласить в игру отключено написано у тебя, понял? Ром? Да. У тебя какой-то ненормальный там. Давай просто сменю сессию вообще на любую, а потом подсоединюсь к вам. Давай, давай. А можно сделать проще тогда, Рашина, эту фигню можно обойти. Зайди просто пауза сеть, присоединиться к друзьям. Я уже меняю сессию. А я попробовал, у него нельзя. К нему нельзя было, там написано отключено вообще. Не, я понимаю. Там можно зайти, если такой глюк. Если такой глюк, надо заходить тогда не через вкладку «Друзья», а сеть присоединиться к друзьям. Тогда коннектит по-любому. Как мне Assassin's Creed Syndicate в сравнении с Unity? Ну, Unity я дошел до конца и, в принципе, остался доволен. А вот Syndicate такое говно, что я еле-еле доиграл вообще до 58% и удалил ее. Просто уборщик. А что тебя больше всего возмутило? Баги. На очередном баге настолько сильно удалил все плохо? Ну там реально персонаж тупой. Настолько все... Да, мы проходили миссию, короче, там персонаж должен убегать вместе со мной от преступников. А он тупил и начинал с ними драться, короче. А там такая толпа народу, и невозможно их всех перебить. Либо тебя убивают, либо его, короче. Ну я психанул, короче, мне надоело это все, я удалил игру все. Да. Это жесть, конечно, блин. И что-то не слышно, чтобы у Ubisoft что-то по этому поводу высказались, патч шур какой-то, блин, придумали. Тишина. Или им пофиг, игру состряпали, и ладно. Дальше разбирайтесь сами. Дальше надо делать следующую игру. Деньги не терпят. Так, что там, Ром, у тебя как дела? Пользователь вышел из игры, подключение к новой сессии GTA Online. И все еще идет. Это бы я причем нажал найти новую сессию. А ладно, я все еще на экране загрузки вижу. Я тогда поехал к этому, на последнюю миссию, сейчас буду вас всех звать, пока там выходите. Ну давай. А потом посмотрим тогда роботачки там и прочую шнягу. Да я сейчас на начало миссии на ней приеду, в принципе. Нет, я в КС не играю, там... ребят. Нет. Это совсем в детстве еще там как-то маленько играл там, ну как играл, может быть, не знаю, раз пять. Не обманывай, ты не был маленьким. Да, я еще маленький. Стимсон. Ну, загрузка чего? Загрузка. Так, ну меня пока что в сингл выкинул, сейчас обратно в онлайн захожу. Чё? Витас прошёл испытание под мостом на 100%. Как бы молодец. У меня просто на платину куда пройдено. Ну, куда ты загрузился? Gamers TV, походу, делал, да? Угу. Да. Не знаю. Я еще не знаю, куда я загрузился. А сейчас я еду, вот я уже подъезжаю к заданию, сейчас буду вас всех звать, короче, на миссию. Я еще гружусь пока что. Просто в сессию. Она последняя, по-моему, возле этого, да? Возле Тони или так у Бенни. Да сейчас я уже все заезжу. Я вас все равно звать буду, какая разница? Вам туда не ехать не обязательно. Я честно не помню, где начинается последняя миссия, я его забыл, блин. Возле Бенни, там же где и первая. Там чувак такой выходит, прям хотел меня убить с автоматом. А я раз такой и на миссию ушел. Он так, наверное, расстроился. Что выгоднее приобрести ПК или консоль? Ну, консоль стоит 30-ку, ПК сейчас нормальный. Стоит под сотку, сам решай. Так, а мне, к сожалению, опять предлагают каких-то непонятных васьков, а я не хочу. Я хочу сам. Ну ты просто, если видишь, что сессия занята, ты сразу нолик крестик и опять запускай. И так до тех пор, пока не попадешь в пустую. Ну я так и хочу, да. Мне не нужны левые всякие. Это единственный способ по-нормальному зайти на задание, чтобы никого не было. Кто новое видео NFS выложил? Ну я на таймер ставил.
Сержо, привет. Ой, опять какой-то там чувак. Вас выгнали из дела, отлично. Поздравьте меня, я купил новую мышь, говорят. Поздравляем тебя, братюнь, ты мужик. Поздравляем тебя, она уже старая. Потому что ты ее купил. Нормальный комп 50-100. Ну, сейчас 50 это минимум вообще для нормального компа. Да, минимум. За 50 тысяч можно только Pentium 1 купить. Да ладно, ты уж так-то не троллит народ. В принципе, если какой-нибудь... Был Pentium первый, ты пробовал что это такое? У меня есть, между прочим, рабочий Pentium 1, так что не надо тут, блин. Обалдеть, вообще. И даже 486... У меня был 800 мегабайт. Ой, у меня 486 стоит рабочий с 95-м Windows'ом. Так что, блин, не надо мне тут рассказывать, что такое первый Pentium и так далее. У меня это все есть. Да вы просто мажорик, я с 286-го. Я с 200... У меня на даче этот системник стоит. С 286-го начинал. Еще дискеточки. А, были. Ну... Не, у меня самый первый был 386-й. 286-й, к сожалению, не застал. Ну, видел платы от него. А в рабочем состоянии не попадался. Сколько можно-то? На ДОСе сидел? Ну да, на ДОСе потом. Да, я сидел. Ну некоторые в то время на винде 3.11 сидели. Да нет, это только всякие училки, наверное. В принципе, пользователям-то она не нужна была. А где приглашение? Она, по-моему, кстати, на... Да сейчас я ищу, Ром. Она, по-моему, на 13 дисках, кстати, наконец-то, была. Наконец-то, все. 3.11. Подожди, все, сейчас зову. Закрыто, все. А, все, сейчас зову, ребят. Мои друзья. Все. Я кидаю друзья, играющих в GTA. Все, я вам кинул приглашение. А, почему хорошо. Тебе, Виталий, не вижу. Ты можешь ко мне присоединиться? Почему? Да, я... через друзья сейчас попробую тебе зайти. Не я приглашение увидел от тебя. А, все, заходи. Все, окей. Мне пришел. Как называется статья, в которой ты расскажешь, как дешевле покупать игры на PS4? А, в разделе статьи на gamerstv.ru. Там есть статья по всем консолям, которые на сегодняшний день актуальны, кроме Nintendo. Nintendo не знаю. В разделе видео. Разделе как быстро прокачаться. Статьи. Ну да, да, Снегок, помню. А кто у нас счет-то? Все, у нас вон вот счет, Димас. Ага. Ну, что, сейчас... на нормале пойдем? Да, да, не хочу тут это долго. Так что надо броник купить только, подожди. А что, ставь карту, опять, блин, подгоришь и GTA удалишь. Нормально же. Да. Слушай, у тебя все прокачано, кроме психики, я смотрю. А, еще что-то у тебя там... Сила у меня еще сила не прокачана полностью. Ее просто долго не нужно качать, поэтому я с ней не заморачивался. Поехали, ребят. Ребят, во время роликов не болтаем, ладно? Man, I told G, man, to tell... I wouldn't even lie to you, man. You like a father to me, man. You the big homie, what I look like lying to you, bro. And on top of that, I can't fucking lie to you, man, because I'm fucking scared, man. You might peel my cap. Have me come up missing or something, man. I know how you get down with them fucking car batteries. Come on, V, man. You gotta believe me, bro. I didn't do nothing. This is what I'm gonna do, man. I'm gonna make it up to you. V, come on, man. Listen to me. I'm gonna do it because we cool. Because I'm cool. Because you cool. And you know I look. Hello? Fuck! Fucking asshole, man. I'm dead as a motherfucker. I'm dead. And if I'm dead, you dead too. We all fucking dead, man. Fuck. Vernon, man. This dude completely fucking lost his shit. Lost it. We gotta help this dude get his shit quick. We're gonna make a peace offering. That's it. Yeah, cause selling this shit last time, that almost worked, man. But this time... Gonna get him more cars. A serious fucking peace offering. You know what I'm saying? But it gotta be some shit worth stealing. Don't get no bullshit. Don't get no bullshit, okay? Look, I need you to beat the streets. You get out there and see what's popping. And I'm gonna see what it do too. And all we need is a couple of fly whips, man. It don't take much. Just drop them off on the dude and hopefully, shit, he'll kill me quick. Fuck, man. God damn. Look, man, what are you standing here for, man? Go on, get with the shit, man, and I'm gonna call you in a minute, man. Так, ну что, как разделимся-то?
Ром, давай с Димасом топайте. 2-2, да. А мы с Виталием. Вот у меня, кстати, гробовозка как раз тут. А, не, еще не гробовозка. У меня пикап пока что. Это вот это самоуправление? Подожди, вот волшебник, это вот эта машина, да? Да. Ну это с ограбления у меня пикап. Это Ford F650 у меня. Так, ну я, короче, поеду на правую сторону карты. А Димас, ты куда ушел? Он что, не понимает, что начинает действовать там? Сообщи. Мох машину вызывает. Димас, нет, он бежит. Позови его в сессию. Димас. А он тут уже бежит. Нет, он с нами едет. Тусовку. Тусовку. А ладно, у него едьте с ним тогда. Окей. Давай, я у него с Ромой гарнитур. С Ромой, едьте там. Ну, Рома, доступ дай, Рома. Сейчас проверю, да? Все. Ори печеньки. Это только на Твиче, братюнь, столько народу мало. А так-то гораздо больше. Еще Ютуб есть, и на геймерсе народу много смотрят. На Твиче всегда так тупо. У тебя же основная аудитория будет геймы и геймерс ТВ. На Ютубе постоянно так, растет. А куда мы поехали-то? Куда уже ребят? На Ютубе сейчас 20-ка сидит. А, так вы, Ну, неплохо, чё. Сейчас я посмотрю, Ром, подожди. Подожди, вы едете уже, да? А, все, они едут, Ром. Я сейчас поставлю точку. Да, мы уже подъезжаем. А, ну, Ром, в принципе, ты уже там поставил, правильно. У вас, кстати, задание будет посложнее. Ваша машина будет постоянно ехать, вам придется за ней гнаться. Ром, ты куда поехал? А, ладно. А какая разница? Одинаково. Тут проезжать, что там. Какие хоррор-проекты выйдут в ближайшее время? Так, Дим, сдавай в машину, погоня. Не знаю даже. Блин, ё-моё, в машину Севу убили. Так, ну ещё одна жизнь должна быть. Это убил? Ну, вроде есть что-то похожее. То есть ты забыл, что Ламер тут мы и слился сам? Дим, садись. Сейчас, Ром, там у нас 0 жизни осталось. Давай аккуратно, там что-то есть на какой-то миссии, там крепят жестко. На там, этой, под конец. Которая у вас, по-моему, да, там? Да, кстати, под конец там будет. Ну вот эта миссия, мы сейчас ее и играем, где под конец будет жестко. Тут какая-то финальная, блин, сцена. Смотри, там пораньше выходим, Ром. Вот тихо-тихо, мы туда едем. Машину-то? Боишься, что ли? Да, ну, да, не, в смысле, не разломайте ее до конца. А, ты имеешь в виду, которую забираем-то? Да. Ну, а какую бы еще-то? А у нас что, прицел для профессионалов, да? Я не знаю, я не могу пока понять. По-моему, с автоприцелем. Да, моё. Ну, нубский прицел. Дим, садись. Еще один там, говорит. Я не могу понять, где он. Так давай, поехали уже. Ром, давай. Молодец, красавчик. Сейчас. Поехали. Давай, go. Че у него? Я иду, даже ворот не поцарапал. Сержа, так я с тобой здоровался уже, привет. На него, может, интернет плохо не слышал. Сержа у нас с Украины же. Так, Димс, готовься стрелять. Наушники, ребят, обычно Apple-овские, вот от айфона.
Димс, если жизни мало, подлечись сразу. Да, кстати, я пока еду тоже, наверное, полечусь. Броник возьму там. Да, братан. А еда должна максимально восполнять здоровье, нет? А, не сразу, надо несколько штучек какой-нибудь еды съесть, чтобы заполнило. Так, а тачку нельзя расшибить еще. Сейчас тут движуха начнется. Давайте где-нибудь вместе все. Главное, чтобы она ехать могла. Давайте где-нибудь там встанем. Давайте вот здесь вот, ребят. Вот я нашел место. Вот только тут с двух сторон могут. Грузить вниз, поехали. Сейчас найдем где-нибудь. Надо где-то встать так, чтобы... Илюх, не ходи туда. Оставайся тут, вот, где мы. Будут с четырех сторон нас из крыши атаковать. В том числе, откуда ты идешь. А подожди, а где нам стоять-то? Ну, тут, где мы стоим, тут уже самоубийство стоять. Разве нет? Может, куда-нибудь забраться наверх? Наверх бесполезно, они с крыши постоянно пробегают там. Всех друг друга прикрывать, каждому по углу, короче. Ага. Смотри, откуда они будут. Подожди, а вот тут я тебе покажу, где они. Так, Брон, в амуницию зайди, да купи Димс. Вот, смотри, где ты? Вот, смотри, ты его никак не купишь. Место хорошее, смотри, бах тут. Нет, Илюх, иди ко мне, я тебе покажу все места хорошие. Хорошие места только в середине, атакуют вот оттуда. Атакуют вот оттуда. Ага. Вон оттуда. Вот отсюда. Ну ладно, я тогда это возьму. И последний. Вот оттуда еще. Задание Димс никак. То есть вот это все места, вот где фонарики лежат, отсюда будет народ перейти. А вы где там, пацаны? Подъезжаем, у нас тут этот розыск еще висит, вот только что пропал. А, кстати, грамотно говорят, заминировать же можно пока. Давайте по мини хотя бы положим, правда? Ну я тут положу. Ну а смысл это? Главное только, чтобы мы на этой мини не подорвались, когда подъезжать будем. А что, может такого? Я же, она же, как сказать, она же... Не, ну фиг знает, а так на всякий случай. Я думаю, сейчас начнем к чекпоинту подъезжать на этой мини и взорвемся, блин. Ладно, окей. Там, по-моему, влево на крестовине мину взрывать, да, есть? Она есть, там, по-моему, есть неконтактная мина, которая взрывается сама, когда к ней приближаешься. Вот такую, которая детонационная. С4, что ли? Ну, С4, она на крестовине вправо. А, вправо. Ну, вроде вправо, по крайней мере, так должно быть. Вы как раз мимо проехали, молодцы. А может быть не надо здесь машину оставлять, а? Как-то вот я не знаю. Тихо, сейчас заставка будет. Сейчас будет заставка. Ну все, поехали. This is it, people! This is it! We done, dog! We ain't gotta worry about lowriders no more unless you try to drop some of that hard-earned bread with your boy LD, dog. Hey, y'all got homies coming? Sound like it's a gang of niggas out here. Oh shit, it's the Vagos, they riding on us. Protect the whips, man, go on. I left a pot on the stove. Hold off these essays. And pretend you don't know me. Все, ребят, каждый свою взяли, я вот тут сам держу. Виталий, ну давай ты туда, я тут сам, вот тут вот, я тут стою, где взорвал. Я в основном со стороны дороги подъезд охраняю. Так ты, давай ты другую точку возьмешь, эту я возьму. Все, отошел. Короче, меня сейчас, похоже, убьют. Ребят, прикрывайте внимательно, пожалуйста. Да я прикрываю, я вон за тебя стою, стреляю. Там кто-то меня сзади бьет. Аккуратненько. Ой, жесть. Да меня снова кто убил, блин. Тебя убили? Пока нет. Ух ты, ё-моё, как меня убивать-то хотят, блин. Меня убили, ребят. Так, убили, но не меня. Но я... Меня, а, меня. Тебя? Мне надо броников как-то, видимо. Давайте по углу держать и не поворачиваться. А сейчас что, да я нормально поворачиваюсь, у меня жизнь полная была.
тачки-то хоть не надо, подожди. Нет, здесь просто, просто выжить. Перестрелка закончится и заставка будет. Что, и все, нажали на это, кнопку нужную, да? Перезап... Я нажал. Стрима нет на ГГ, да ты шутишь, что ли? Все есть. Народ есть. Так, ну это все на этом пятачке. Вот для меня это самое удобное место. Каждый свою точку взяли и поперли. Да его все точки успевают. А кто там моих-то гасит? Гасит, ты что-то, видали, опять там косячишь? Да я на пятачке тут во все стороны верчусь. Там, блин, сзади нас, вон, смотри, сколько народу. Давай ты их возьмешь тоже. Да я уже туда, стреляю. Я по миникарте все вижу. Так, ребята, я пошел лечиться, у меня жизни мало. Вот пока стреляйте сами. Последний броник одел, больше у меня нету. Да ё-моё. Всё. Отлично, я пока живу. Живи, живи, братень. Стараюсь. Так, на крыше кемпера снял. Ой, ё-моё, у меня жизни мало, пошел я. Давай посижу тут где-нибудь. То у меня красненькая жизнь вообще. Так. Казалось, мы всех вагасов убили еще пару лет назад. Не знаю, откуда они берутся. Так, плодятся, размножаются, ты как думал? Давно уже пора запретить рождение вагасов. Все так просто было, блин. Меня со всех сторон окружили, блин. Убили все-таки, блин. И сзади, и спереди, блин. Живи сейчас, главное. Фу, хорошо. Не, жизнь еще есть, слава богу, да, повезло. Да, да. Это хорошо, что ты норму поставил. Я же знаю, зачем мне там даваться. Не, ну мы на харде все-таки прошли. Долго мучились, блин, но осилили. Че, джи? Да вроде все, сейчас заставка должна быть. Ну все, прошли. That's the fuck I'm talking about. Serve them fools, man. They know better than fucking with Lamar Davis. And I hope this keep that motherfucking burning quiet, man. You wanna know some fucked up shit? I know what you're thinking. I know what you're thinking, and you're right. It's a cruel and loveless world we live in. A world in which teens get bullied by gang politics and overbearing assholes like Vernon stop talent dead in his tracks. But guess what? That's some bullshit. It take more than three lunatic gangs and no ideas to stop Lamar Davis. I'ma be somebody, nigga, on the set. Ну что, это все на сегодня? А мы тачку-то еще не построили, какой-то гроб там, по-моему. Так-то да. А, ну да, гробовозку. Рома пускай этот пригоняет хот-род свой. Сейчас я гробовозку пригоню. Гробовозка вообще классная, там такой Фрэнки сзади рукой машет. Ну да, у меня самая любимая машина, больше всего понравилась из ДВЦ. На нее и тюнинга прилично по сравнению с хот-родом. Да и к тому же хот-род он какой-то медленный. Я по спидометру посмотрел, даже после полного тюнинга 70-75 миль он едет, не больше. Так, подождите, а там... Одна из самых медленных машин. А на гробовозке я 130 по спидометру смотрел. Это в километрах испытание на скорость у меня было. Показал где-то 195 км в час. С
San Andreas не проходил, я жду, когда выйдет для Xbox 360 San Andreas с переводом. А, кстати, слышал новость? Слышал новость, для PS4, по-моему, или для PS3 будет переиздание San Andreas с трофеями, для PS3 вроде. Для Xbox 360 давно вышло, но там нет русского языка. А для PS3 только делают с трофеями. Вот не знаю, может там русский будет. На днях вот видел новость на стратегии. Выходит для PS3. Возможно, там перевод включит сразу. Тогда я, наверное, тоже пройду, если русский там будет. Ну да, будет здорово. Повод тебе задуматься об этом, чтобы PS3 у кого-то взять для стрима, если так получится. Так, ну чего, гробовозку, значит, где мы берем? Так, ну мне за машину съездить надо. Сейчас давай, Ром, я к тебе сажусь, Ром, и мы едем за нашим парнем. Едь тогда за Виталием. И посмотрим машину. Mm-hmm. Что там еще добавили, получается? Какие-то там окраски, что ли? Раскраски или что? Маски, футболки. Причем каждый день во время Хэллоуина добавляется новая футболка. Каждый раз, когда ты заходишь в Хэллоуин, ну, в онлайн до 16 числа, тебе сообщают, что доступна очередная новая футболка. Каждый день новая, то есть. С таким же переводом, как у Фаргуса, да? Нет. Там перевод такой же, как на мобилах. Потрачен, с потраченным переводом. Кличко, а раньше Кличко участвовал в озвучке, что ли? Ох, нифига себе, куркнуло-то как. Что-то лагает сессия. Так, я назад. Совсем серьезно так. Бывает. Так, мы возле гаража, тут меня ждите, сейчас сам увидим. Готов? Да. Да, сигнал, кстати, я на гробовозке оставил стандартный, он там довольно-таки прикольный. Сейчас покажу. Нет, у меня персонаж не полностью прокачан. А какой у тебя там сейчас уровень-то? Что-то 39 почти, наверное. Ну, у тебя есть прокачанный. Так. Ну чё, сейчас выезжаю. Хожу с нею. Ну вот такую себе гробовозку сделал. Ты, Ром, ты куда там отправился? Сейчас я открою ее для всех. Подожди, там Рома что-то куда-то не туда стартанул. Сейчас я выйду из этого, из гаража. Ага. Давно ли идет стрим? Ну да, давненько, уже заканчиваем. А когда переводишь деньги на поддержку канала, за перевод много ништяков дается? А, ну там какой-то специальный ник дается на КГ. Что-то еще дается. Ну вот, смотрите. Она полностью открыта, можете покататься. Двери все открыты. Жесть, вот это там лежит, классная вещь. Да, гробовозка вообще самая офигенная, что мне больше понравилось. И довольно-таки быстрая машина, она двухместная. А сколько стоит? Сзади у нее, по-моему, 666 тысяч и 666 баксов. Короче, 6 шестерок, короче. У нее там в багажнике гроб с Франкенштейном, а приборной панельке я поставил это, смерть с косой. Ну-ка дай-ка я сяду в эту машину. Ну, так сядь, она открыта полностью. Силинрин. Ну ты попробуй это самое, может быть там... Сам потом расскажешь... Включи вид от первого лица, увидишь там фигурку. Я вижу, да. Расскажешь потом, что тебе за плюшки, да. Можно ли с нами в онлайн поиграть? Да можно, но только мы заканчиваем. Реально уже.
В стоковом виде эта гробовозка идет в черном цвете с винилами в виде черепов сереньких. Винил я оставил, просто перекрасил ее в красный цвет. И вот такая вот она получилась. Что, может, футболочками сгоняем куда-нибудь поблизости? Как вам такая идея? Ну, давай. Давай сгоняем. Да. Я за вами тогда. И сейчас я найду место-то. Так, вот. Сейчас я в гараж заеду, и рядом потом вообще выгоню, чтобы починиться. А ты... Давай я тогда на гробовозе доеду. Садись, поехали. А что-то все уже, ты закрыл доступ, слышь? Не, у меня заглючил сессию, у меня машина давно не заводится. Я сажусь, и у меня даже этот, я, у меня персонаж в него не сесть не мог, не завести ее. О, ой, меня все разглючило. Так... Меня не пускает никому. Только что разглючило, и написал, что я в сессии один остался. А, у меня, я тоже один остался, прикинь, в сессии. Все, всех. Да, а я не мог ни машину завести. У меня машина не заводилась, я из нее вылезти не мог, вообще ничего. Ну это сейчас, Алекс, такая цена. Раньше она стоила 6 шестерок. Сейчас подсказывают, что цена на гробовозку поменялась, 650 тысяч стоит она. Прикольно. А раньше было 6 шестерок. Кто-то выложил в 10 раз больше? Ну почему в 10? 10? 16 тысяч переплатил кто-то. Я уже не помню, за сколько покупал, но просто когда опубликовали впервые новость о том, что DLC-машины эти доступны, там ценник стоял уже на 3 шестерки. То есть 6 шестерок. Так, сейчас я к тебе попробую присоединиться. Так, давайте-ка я... А где там смотреть, в каких шмотках? Костюмы. Ну, маски, соответственно, на пляже, нет, а остальные это... шмотки, наверное, в этих дешевеньких магазинах. Я только костюмы вижу, и все. Видимо, нужно... А, в дешевеньких только, да? Ладно, сейчас заедем в дешевенькие. Mm-hmm. Ну, по идее, там даже не в элитных же там продается-то, я думаю. Где дешевый магазин найти, а? Ну-ка. Я не помню, как они называются, честно. Понсом Бойс. Понси Бойс, это, по-моему, элитный. Нет, Понси Бойс, да. Это вроде элитный. Да, это элитный, да. Так, а есть еще Субурбан, вот этот, похоже. О, Субурбан точно дешевый. Субурбан, там повседневная одежда продается. Casual stuff. А, вот я тебя вижу, я рядом с тобой тут прям катаюсь. Да, вот и второй зашел в сессию, что-то всех поукидывало. Ну, я сразу присоединиться нажал. И все. Интересно, по пешеходной дорожке навигатор видит. Он просто не учитывает, на чем ты передвигаешься, пешком или на машине. Так, и что, футболки смотреть? Да? Ну, наверное, а ты сейчас хочешь футболки найти, да? Ну, посмотри в футболках, по идее, там должен быть раздел отдельный. Футболки есть раздел. А ты всю менюшку пролистай. Сейчас я тоже зайду, посмотрю, где именно. Я сам все футболки не покупал, в принципе, не интересовался ими. Что-то я не понимаю, где тут это искать. Да я сам ищу тоже, пока не вижу. Сейчас посмотрим. Так, ну у продавца точно нету, значит где-то у стоек. Особые футболки есть? Особый верх, может быть? Ну, ну скорее всего, особые футболки. О, вижу, зомби либералс какие-то. In the Midwest, наверное, это оно. Потом черная футболка Беннис есть, но это не то. Умри наконец. Dial Ready For. По-моему, была. Да, я понял, что особо верх. Поддельная Вэпит. Белая футболка Бенни, это было. О, кстати, есть почти... В особом верхе, говорят, все находится. Почти ГГ есть футболка. Так, ну все вроде. Угу.
Что, ребят, всем на этом спасибо. Надеюсь, стрим понравился тем, кто будет смотреть повтор тоже. Наконец-то мы закончили лоурайдеров. Посмотрели обновление GTA. Мне очень понравился режим маньяк. Спасибо ребятам, которые участвовали. Не забывайте, кроме, обращаться за прокачкой. Ссылки вы знаете, где найти GTA Online Cheats. Группа ВКонтакте у него есть. Так что до новых встреч.